Такая любопытная жесть. Ну это, чтобы вы понимали, дикие это ничейные. Они просто живут вот на озере. Тут озеро, ну как, такое небольшое. Километра два в длину, не в ширину. Не знаю, метров 600-500. Не знаю, как зимой они тут будут. Ну, уже гоняют друг друга. Капец, такой вид. Головы зеленые. Ну как, черный переливается в зеленый, вообще прикол. И серые такие рябчики какие-то. Такие. Ну а эти вообще, блин, какой-то вид тягавый. Смотри, это, блин, как с восьмибитки. Стреляли. И собака поднимала одну или две, или если не промазал, вообще смеялась тебя. И я эти гоняю. Ну прикол. Ну вот это уже все. Начало меня клевать. Велик мой. Это она хабатун. Канадские удочки прилетают кормиться. Люди приучили. В одной стране убивают, а в другой стране кормят. Вся разница. Вот утки не боятся людей. Сами прибегают сюда, вот ко мне, чтобы я их типа покормил. Потому что тут люди их кормят. У нас сейчас хлеба особо нема. И они сейчас вот, подползают прямо тут под ногу уже. Типа такие, ну чё ты нам ничего не кидаешь, ты что, охуел? Уточка. Ну, голуби, все подряд. Смотрите, сколько их. Ныряют. Где жопа торчит? Капец, что он там мутит? Блин, водоросли хавают, нет. Короче, канадские утки friendly. Пёрышко какое. Валютики хавают. Уточек. Сейчас тебе накрыли. Все красивые. Вот это смотри. Зеленые головы. Жесть. Рано, зеленый острый. Зеленый головы. И вот. Еще так придумали, что и это зеленая была. Смотри, посмотри. А, блин, пес. А вот пхал, пофигу, что ты как.
наеденный, вон, смотри, еще один. Вообще пузо выверное. Все, пока.